Я Кубарев Александр Витальевич, как бы. Живу более 20 лет. За 20 лет создал эту компанию. Компания сейчас 1500 человек. Больше 200 сотрудников больше. У нас около 1000 клиентов. В настоящий момент происходит демонтаж ряда торговых точек, которые по той или по другой причине, к сожалению, не были узаконены. Удивительно, что именно в этот момент, в это непростое время, необходимо было их ремонтировать. Я обращаюсь к мэру города Воронежа, к губернатору города Воронежа, президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу. Я вас прошу в это непростое время не лишать нас работы, не лишать нас возможности работы, дать нам возможность жить в этой непростой ситуации, жить нам и нашим семьям. Если не можете помочь, по крайней мере, прошу вас не мешать. А тем, кто неравнодушен к нашей ситуации, прошу ей поделиться и помочь нам не словами, а реально делами. Спасибо.